Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. Амески в этом Oxygen Not Included. Продолжаем играть. Кстати, у меня пластик так никуда и не утащили. Давайте-ка поставим где-нибудь под пластик что-нибудь. Тут отдельно должна быть вкладка, да, пластмассовое. Что у нас там в этой вкладочке? Пластмасса, окей. Неплохо было бы сюда ее и уволочь в идеале, да? Как только получится. Хотя, в принципе, можно таким вот образом сделать, и будет нормально. В общем-то, перемудрил я с этой схемой. Мы сюда тупо водород запустим и гидрозатвор, наверное, делать не будем. Тут температура тела пока что страдает. Ну ничего, морозные коконы должны справиться. Тут можно их на самом деле два поставить, это немножечко подвинуть. Ладно, в любом случае. Хотя. Нам надо тут еще поставить точку перемещения для существ. Забыл про нее. И сюда закинем обычные. Где-то у нас они тут бегают. Вон они, ребятки. И придется опять выводить, короче, яйца. Ну ладно. Повыводим некоторое время. Я тут, конечно, могу, наверное, инкубацию произвести или нет. Нет, яйцо дракона не имеется у нас в наличии. Поэтому просто делаем вот так. Потом здесь выставляем... где тут драконы-то? Шалфейный копатель. Скользец. Нифига себе. А вот дракон. Все, изи как бы. Ставим повыше приоритет и задаем необходимость отлова. Вот этого парня, к примеру, и вот этого парня. Здесь пока что, кстати, разведка у нас ни к чему не привела, но мы продолжаем разведывать, я думаю. Немножечко сюда в бок заберем. И здесь, наверное, лестницу прокинем. То есть в этот биом нам надо все равно ворваться и посмотреть, что там выше. Это определенно так. Что у нас тут с кислородом, пока вроде все нормально. Там, конечно, микробы. Кстати, а что по микробам? Тут в воздухе немножечко этих летает, но тут понты их. Поэтому, ладно, неважно. Это можно пока что не обращать внимания. Так, фермер у нас там. Фермер. Лиам, давай, прогрессируй дальше. В элитарного фермера. Тут у нас почти что Тернер прокачался. О, все, этих постригли, ребят. Единственное, тут должна вот температура тела стабилизироваться. Иначе будет беда. Так, а в округе у нас тут... чуть-чуть им температуры тела не хватает на самом-то деле. Возможно, стоит вот эту станцию немножко сюда подвинуть и морозный кокон еще один влепить. Плюс нам надо сюда вот водород подать, чтобы эти ребятки могли обрастать шерстью. Но нам это на самом деле-то не особо нужно. Вот когда появятся пластиковые, вот чтобы они как бы прогрессировали, вот это действительно нужно. Между делом доделываем вот эту комнату, да. Нам здесь нужны две батареечки, одна умная батарейка. Если что, у нас еще будет второй такой вот генератор стоять. Сюда у нас будет грязная вода сливаться, здесь бы неплохо было бы, наверное, прибраться, прежде чем этот процесс пойдет. Плюс у нас будет вот этот вот отделитель углерода чистить это все дело, да. Плюс у нас еще вот здесь вот должна быть автоматика. Она у нас вроде бы уже есть. Ее тут уже даже построили, потому что вот здесь вот у нас не все хорошо с углекислым газом периодически. Поэтому неплохо бы, чтобы это как-то у нас автоматически регулировалось. Активировать в случае, если ниже 1000. 1200, к примеру. Должно работать, да? Я надеюсь, это все у нас. И задержка на сигнал, там 10 секунд дадим. Этого должно быть достаточно, чтобы он постоянно туда-сюда не включался, выключался, да, когда там немножечко просто газа залетело, грубо говоря. Так, а вот в этой лужице вы не сможете утопиться. Знаем мы вас. Во, начинают потихонечку приходить в норму. Хорошо. Так, вроде бы системка запустилась. Потом ее нам надо зациклить, это мы тоже помним, да? Еще нам где-то место надо... Такс, я забыл совсем про небольшую мелочь, такую как вот такой вот кабелек. И его мы сюда прокидываем. Это раз. Плюс нам надо батарейку, да, зацепить, чтобы у нас вот эта вся система работала. То есть получается, как нам надо отсюда повести сюда. Здесь мы буфер опять ставим. По идее. Такс. Автоматизацию создаем. Небольшую. Это важно. Так, отсюда у нас выход пойдет и сюда, и туда.
Давайте заавтоматизируем этот процесс. Тут у нас уже природного газа очень много. На 8,1 килограмм. Жестко, да? Здесь толпа просто копателей. Ну, кстати, следующее обновление, которое уже накатили, ну, как бы в бета-версию, вот эту вот тему пофиксят, ну, что логично, и яйца будут терять свою, как бы, способность самим вылупляться, находясь просто в каких-то там местах. Поэтому инкубаторы будут необходимы. То есть жизнеспособность яиц будет теряться, если они находятся не в комфортных условиях. Такая тема, такого же, где ты заработал. Давай тут немножечко приподнимем этот порог. Такс. И здесь задержку сделаем. Секунд 15. О, 150 секунд, это многовато будет. Ну или 10 хотя бы. Хотя бы 10 секунд, это уже будет неплохо. То есть пока что у нас этот заряд, правда, никуда не уходит. Такая у нас проблемка. Поэтому нам надо создать трансформатор. Трансформатор, блин. Куда тебя воткнуть там? То есть нам надо вот это все зацепить в эту сеть. Поэтому у нас трансформатор, наверное, где-то вот здесь будет внезапно. Или здесь, к примеру, сверху. Че бы и нет. Я так смогу воткнуть? О, да. По идее, смогу. Смогу-то смогу, у меня потом второй этот не влезет. Но мы можем туда расшириться. Мы можем это прям сходу сделать на самом деле. То есть сюда просто ворваться. Вот это немножечко разобрать. То есть какая задумка. Здесь уже вот грязная вода, конечно, пошла. Блин. Ну либо батарею просто убрать одну. Самый простой, наверное, вариант. И сюда воткнуть трансформатор. Опаньки, Эйп у нас тут трудится, да? Трудится над дыркончиками, это просто замечательно. Ну, сюда еще надо водород подать. Сейчас у нас тут продолжается накачка. Кстати, заметил интересный баг, замечал ли кто-то еще. Получается, когда перезаходишь в игру, то вот здесь вот эта вся система нафиг разряжается почему-то. ХЗ как-то работает, но оно нафиг все разрядилось. И уже не первый раз я замечаю. Один раз я подумал, может, я где-то что-то продолбил в какой-то момент, но нет. Нет, я ничего нигде не продолбил, а вся система абсолютно разрядилась. Вот в чем прикол. Так, и здесь можно, кстати, пока что понизить. А то она и опять разрядится такими темпами. Пускай идет подача туда водородика. Здесь у нас, в общем-то, вся вот эта сеть сейчас должна заработать. Но прежде чем она заработает, нам тут надо провода еще прокинуть. Сделано все достаточно элементарно. Сюда я трансформатор воткнул, а трансформатора все сюда раскинул. Осталось только вот этот вот кусочек небольшой доделать. И доделать его надо максимально быстро. Такс. Ну и мы, скорее всего, сможем еще что-нибудь сюда зацепить по итогу. А посмотрим, какая там финальная у нас нагрузка получится. Вот это все тут будет. Возможно, мы еще один синтезатор удобрений сюда подключим. Так, а фиг ли вы стаскиваете это все? Вообще все по своим делам умчались. Ага, кабель доделываете. Отлично, подрубили. Пошла работа, нагрузка. В данный момент 240. Ну да, у нас не всегда вот это подключено и не всегда вот это все работает. То есть это говорит нам о том, что мы спокойненько можем еще один синтезатор удобрений, я думаю, подключить. И у нас могут возникнуть с этим проблемы. То есть мы спокойненько сюда бахаем. И электроэнергию тоже подводим. Там разберемся, если что, может быть еще трансформатор поставим, еще больше сюда зацепим. У нас тут еще место есть под пару синтезаторов, сюда еще можно воткнуть. В общем-то, в этом плане все должно быть хорошо. Так, у нас наконец-то и здесь автоматика заработала. Раз, подается углекислый газ, и если тут у нас значение отличается от заданного, мы тут еще поставили некий таймер с задержкой. Можно и даже побольше, секунд 15, потому что все-таки газ выходит туда-сюда, пока распределяется. Чтобы нам тут лишнего не накачать. И у нас немножко слизь отвалилась. Слизь они, кстати, жрут, грибы будут здоров. Вообще бы надо заняться тем, что слизи кучу добыть. Но у нас, как обычно, куча-куча других дел. А, и здесь у нас еще кислород отвалился. Миленько. Вот эту штуку надо бы отключить. Как обычно оно бывает. И вот здесь какая проблема. Я вот эту штуку не подключаю не просто так.
потому что оно работает достаточно коряво. Поэтому попробуем мы сейчас сделать по-другому. Так, разрушить. Трубы для газа нет. Строение. Так, вот это вот строение бы мне надо разрушить. Давай сделаем вот так, раз. И трубу разрушить. Так, разрушите, разрушите вот это вот. Главное тут ничего лишнего не разрушить. То есть, по идее, нам надо как сделать? В комментариях, опять же, советовали. Спасибо, кстати, за ваши лайки и комментарии. На тему того, что надо прямо на магистральную трубу бахать этот фильтр. Тогда, возможно, что-то как-то будет получше. То есть, мы делаем газовый фильтр. Только нам придется, короче, тут немножечко поизвращаться, конечно. То есть, вот прям вот так делаем. Блин, а как прокинуть-то мимо? Подожди. Давай мы тогда вот здесь сделаем. Вот здесь мы сможем лучше это сделать. Получается, вот эту штуку тогда мы здесь убираем. Вот так вот у нас газ фигашит. И нам надо его как-то отводить, чтобы это не мешало как бы наполнению кислородом. Потому что по итогу он начинает мешать очень сильно. А нам надо на именно магистральную трубу это влупидолить. Как только это нафиг сделать? То есть в идеале, может быть, приподнять и потом влупидолить. Как такой вариант? То есть получается как-то вот так. Сейчас они это быстренько у нас сделают. Попробуем прямо на магистральную влупить эту тему и посмотреть, как это все заработает. И сюда у нас пошел, да? Потому что у нас нет никакого наполнения. А ведут себя вот эти вот клапана крайне-крайне мать их странно. И это меня немножечко напрягает. Так, давайте доделывайте. Так, здесь у нас вся система работает, работает исправно. Я думаю, мы второй генератор можем спокойненько поставить и заняться, наконец-то, добычей нефти. Пора бы сюда углубиться. Сейчас здесь начнем все это раскапывать. И, возможно, нам тут понадобятся костюмы. Я не знаю, хотя они могут сюда забегать подышать, на самом-то деле, если что. Но тут углекислый газ. Скорее всего, костюмы нужны с подачей кислорода. Так, а сюда мы что, водоросли не носим? Ну давай, чтобы хоть какой-то кислородик там гулял. Так, смотрим, как у нас здесь. И здесь мы задаем, к примеру, 50 грамм. Как это будет работать? Ну сейчас она, смотрите, тупо сюда все отдает. Равнёхонько сюда. То есть пофиг, да, что 50? По-моему, ей абсолютно пофиг этой фигне. Сюда вообще ничего не приходит. Зашибись. Ладно, разрушаем. То есть я надеюсь, они вот эти вот вентили как-то починят. Потому что, ну, по-моему, они достаточно странно работают. Я не знаю, как вы это находите, но, по-моему, мать их странно. Вот теперь тут заработало. А если делать, ну, всякие вот такие вот разводки, которые я делал, то они тоже себя странно ведут. И подача не работает так, как хотелось бы, чтобы она работала. Кстати, а вот тут что у нас? Так, переместить. Ну, пройдись сюда. Кто-нибудь, пройдись туда. Тут у меня драконы застряли в двери. Чё, придурки? Что там тупо сдохнут? Сваливай! Все, молодцы, блин. Ну и тут тогда приступаем к полномасштабным раскопкам. Нам надо готовиться к переработке нефти. Энергию мы, в общем-то, найдем. Тут заодно и скользицы бегают. Они, кстати, есть разных тоже теперь форм. Можно будет вывести такую, которая будет сразу производить керосин, что достаточно неплохо, потому что, ну, производить нефть не особо-то и нужно, потому что нефти, как правило, огромное количество, просто вот той, которая есть неочищенная в залежах, и до месторождения нефти добраться, это достаточно сложно, я не знаю, там за тысячный, за двухтысячный цикл надо перейти, чтобы вообще возникла такая необходимость. Здесь у нас все хорошо, все вроде бы работает. Плюс я хотел еще бульк-рыбку произвести, это было бы очень классно. Поэтому попытаемся как-то здесь в температурах
где-то, может быть, левее сюда забрать и создать какой-то резервуар. Вот тут 32 градуса, блин, нам надо похолоднее. Тут немножко водички есть. Может быть, вот здесь резервуарчик попытаться организовать. Сейчас подумаем на эту тему. Ну и мы же продолжаем заниматься, на самом деле, разведкой. И пока что разведка, знаете, ничего хорошего не говорит. Единственное, что эту загрязненную воду как-то слить можно быть. Может. Оп. Само собой, конечно, чтобы не задохнуться. Вот это, кстати, хороший повод для того, чтобы следить за этими придурками. И за ними надо следить. Быстрее, быстрее. Все, вали. О, да, сюда можно зайти подышать, как бы не обламывайтесь. Я лучше буду их контролить, потому что они что-то суициднутся. Это стопудово. И совсем забыл, нам же надо водород все-таки подать на будущее в любом случае. Поэтому сделаем здесь такой вот нехитрый отвод. Прокинем и сюда водород подведем. Нам тут надо будет накачать его, какой-то объемчик, да? И заодно на этих мы, ребятах, и посмотрим, как они там будут жить и работать. Так, что у вас по еде? Ты, кстати, можешь тупо откинуться, и ты можешь тупо откинуться, потому что у нас все-таки температура здесь несколько выше, чем хотелось бы. Что мы с этим можем сделать? Эти клетки нагреваются. Безнолитом надо бы их, наверное, заделать. В идеале. И потом здесь сделать систему охлаждения, кстати. Есть такой план. Для этого мы можем здесь вот просто, допустим, водород запустить, поставить холододых еще дополнительно, а тут стеночку заменить на какую-нибудь металлическую. Кстати, у меня даже до сих пор еще не все же исследовано. What the fuck? Вот, металлическую клетку нам надо, да. Давайте-ка это исследуем. Тут пускай они потихонечку строят. Тут безнолитом заменим. Главное, чтобы эти... Ну, если эти гаврики отбросятся, у нас там еще есть, конечно, такие проблемы. Поймаем. Главное, чтобы эта вся система была рабочей все-таки. Это самое-самое основное, что может быть. И безнолитом вот этим вот заделываем тогда и вот эти клетки. И вот эти. Ну а вверх, если холод пойдет, ничего страшного. Это нормально. И вот, кстати, когда мы тупо напрямую подаем кислород, смотрите, как быстро у нас тут все насыщается кислородом. Просто изи. Стоит как-то иначе это начинать делать, и все, проблемы. Окей, Юстон, у нас проблемы сходу. Так, у меня слизь еще не отъехала, еще не отъехала. Так, что у нас тут с разведкой-то? Ну да, я пока что на семеру приоритет. Тут бы желательно продолжить разведку вести. Мы до верхнего края еще не добрались. А в грядущем обновлении верхний край это будет, я так подозреваю, поверхность астероида уже непосредственно. Это можно будет и солнечной энергией пользоваться, и какие-то там... Падение метеоритов и тому подобное будет. В общем, весело. И, возможно, даже по сюжету мы как-то сможем улететь с астероидов в конечном итоге. Посмотрим. До этого еще надо добраться и дожить как-то. Так, здесь у нас тропическая в очередной раз рыбка вывелась. Есть вот проблемы с температурой. Ну-ка, вообще у нас что по базе? Тут вверху, конечно, 35, но это еще пока нормально, да, как бы. Жарковато, но что поделать. Немножечко у нас нагрев происходит. Вот отсюда еще может пойти нагрев, поэтому нам надо, наверное, где-то заменить по возможности, что мы сможем заменить, само собой. Так, ну и здесь они у нас трубы потихонечку достроят. Каким-то макаром вот такие вот гаврики еще живут. Надо как бы на мясо. Все, еда. И вот этих прям веселый табор. Как-то надо тоже будет убрать. У нас обработанного металла 11,6 тонн. Нифига себе, они там уже все пообработали, кстати. И у нас один умер, да? От старости. А этот насколько стар? 92, то есть он скоро тоже откинется. Поэтому что мы делаем? Мы доставляем новое существо. Благо у нас их тут много. Так, полированный копатель. Отлов на 8. Понеслась. Главное, чтобы эти не отъехали. Ну, ладно, если отъедут, опять же, не критично. Вы тут можете отъесть как-то? Что у вас там по калориям? А, ну все, он сдохнет скоро. Я тебя понял.
Так, с тревога, юный парень Камикадзе. В смысле ты роешь? Беги! Спасти парня, не? По-моему, он не успеет. Или успеет. Беги! Дебилио. Да, все-таки проворонил одного парня. Господи. Ну ладно, это всего лишь первая смерть в этой колонии, что достаточно странно. Чем у нас Травальда-то занимался? Травальда. Ладно, у нас еще благо 9 дубликантов, не такая уже беда. Тут естественный отбор сработал. Здесь я еще хочу, кстати, водичку слить. Каким-то образом. Попытаться все-таки бульк-рыбку повыводить, да? Потом сюда нам надо как-то углубить. Сейчас попробуем. Может, как-то там получится у нас по итогу. Там худо-бедно сама как-нибудь выведется. Блин, сейчас вся вода еще сюда сольется. Правильно, топить этого теперь. Гада. Тут у нас загрязненная вода. Как ты посмел-то откинуться, парень? Как ты просто посмел? Куда мы тебя закопаем? Мебель. Так, где-то это, по-моему, в медицине, когда с медициной что-то пошло не так. Соответственно, приходится закапывать. Так, нет, жди, приоритет на 9. Побыстрее закопайте, чтобы вы не стрессовали. У вас и так как бы проблем постоянно и очень много. Ну, какую-то воду мы сейчас тут намутим, потом оттуда сольем. Ладно, будет нормально. И вот этого парня утащите. Травальда, Травальда. Что ж ты нас так подвел? Ну, у нас, значит, место освободилось, поэтому смотрим, кто у нас там есть на выбор. Так, доброта, земледелие, копание, криворучка. Ну, не сможет строить это, пофиг, уборки есть. А, да. Требования к декору у нее, смотрите, минус 55. Прям шикарная женщина. Просто, просто едим. Так, по заданиям. Кто у нас тут имеется? Кто у нас тут имеется? Кого у нас тут только не имеется, на самом-то деле? Художник у нас отпал, кстати. Упс. Он был у нас художником. Что-то я даже вот на это дело-то и не посмотрел. Ладно, у тебя тяга к уборке. Иди сюда. Пока что, по крайней мере. Nails, что ты у нас умеешь? Земледелие, творчество на 4. Ну, давай ты у нас будешь пока творческим парнем. Ну, как бы. Кто, если не ты? И Айди надо, наверное, приоритеты назначить какие-то. Что прям твое. Сельское хозяйство не особо надо. Бой тоже, искусство не твое. Копание можешь промышлять. Сельское хозяйство, ну так, между делом, наверное. К остальному у тебя не особых-то и приоритетов нету. Поэтому ладно, там сама сориентируешься, что ты можешь сделать. Так, эти парни у нас еще даже как-то живут. Что-то, по-моему, поели, нет? Калории по нулям. А, вот этот похавал. Этот нифига не похавал. Ну, тут, может быть, подрастет, и он похавает все-таки. Грязь отъехала. Ох, Юсон, у нас проблемы. У нас тут, конечно, есть немножко грязи, но это реально немножко, поэтому давай добудем тоже. Ага, походу эти ребятки у нас даже и выживут. Тут уже немножечко водорода успело податься, это тоже неплохо. Ну, сюда надо больше водорода, еда у нас все-таки успела прийти в норму. И здесь нам надо клетки заменить. Что у нас там, изучение еще не прошло. Ладно, печально, что у нас там парни похоронили, похоронили. Здесь у меня успела немножечко эта система отъехать. Я совсем забыл, что она у меня зациклена через водородный генератор. Поэтому как бы плохая идея, как выяснилось, весь водород туда подавать. Ну, по крайней мере, это надо контролировать. Это надо контролировать, чего я, конечно же, нифига не сделал. Так, ну и нам надо морозные коконы подобывать. Без этого просто никуда. Что у нас там по исследованиям? Потихонечку они практически это дело доисследовали. Я надеюсь, они уже его мало-помалу и доисследуют.
Ну и ладно, у нас что, какие у нас планы на будущее? Это все-таки заняться переработкой нефти в керосин, поэтому мы здесь, получается, будем продолжать расчищать, попытаться как-то бульк рыбку вывести, поэтому для нее мы тут тоже какие-то условия создадим. Соответственно, подключить второй генератор природного газа, без этого тоже никуда. Ну, эту систему все довести до ума, да? Здесь мы сделаем, наверное, тогда систему охлаждения, для этого надо будет поставить еще, кстати, горшок, его можно и прямо сейчас поставить, ну там на шестерку. Такс, и морозный кокон туда забабахать. Морозных коконов, благо, у нас много, чтобы пошло какое-то охлаждение. Такс, здесь у нас с кислородом проблем практически нет. О, исследование завершено. То есть суть в чем? Вот здесь вот сделать. Металлическое из золота. Вот так вот, чтобы у нас какое-то охлаждение было. Ну, посмотрим. Пока что вроде пищевое дерево растет, им есть что покушать. Есть немножечко водорода, может они даже обрастать начнут, кто их знает. Так, ты иди пожри, кстати, голод он при смерти. А ты чё, немножечко поел? Ну ладно, они сейчас едятся худо-бедно. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.